Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Я вас приветствую, меня зовут Агаси, и в этот раз я вам предоставляю новый такой пирожочек хорошенький, в хорошем комплексе, подходит под ВНЖ. Смотрим, дорогие зрители, но не забываем ставить лайк, коммент написать, подписку, колокольчик там нажмите, смотрим. Вот, дорогие зрители, кондиционер новой инверторной фирмы Arçelik, телевизор Philips, квартира продается с игрушками также и со всей бытовой техникой, то, что вы видите, все остается. Продает близкий друг, в хорошем комплексе район Тосмур, это мой один из любимых районов, также комплекс один из моих любимых. Квартирку он сам ремонтировал, ну не сам, только с мастерами вместе, его как бы стиль, покраска, мебель, это игрушки, оставит вам, детишки не хотят эти игрушки забирать с собой, говорят, папа, купи новенький. Так, пройдемте в сторону кухни, нетто у этой квартиры минимум 100 квадратных метров, мраморная. Так, это столешница и островок из мрамора. Вот это мрамор. Arçelik бытовая техника. Samsung микроволновка. Kumtel духовка, плита, вытяжка. Нет, духовка Arçelik только плита и вытяжка. Фирмы Kumtel. Отсюда кусочек моря видно, дорогие зрители. Потом все покажу. Расстояние отсюда до моря. Максимум 920 метров до воды со всеми переулками, там, светофорами и тому подобное. Итак, первый застекленный балкон именно установлен также ламинат на балконе. Под нею мрамор. Вот, море глазами видно вот так, дорогие зрители, вот столько вы видите моря, юго-западная сторона, даже беговую дорожку оставляют, кто хочет побегать дома. Вот, такой большой балкон, первый балкон, второй балкон поменьше. Здесь почти отдельная комната, как вы видите. Вид на горы покажу. Вот горы. Глазами видно все вот так. Это территория. Зелень, цветы. Сейчас тоже все покажу. Здесь есть даже мини-футбольная площадка, баскетбольная площадка, зона барбекю. Ну, сейчас детально все покажем вам. Так, пройдусь туда. Не буду спускаться вниз. Под зданием есть крытая парковка. Также открытая парковка. Тут водопады летом включаются 2 раза в месяц. Вот протекает маленький канал. Вот видите, пользуется этой водой. Айда 300 лир, если не подняли. Пока что 5 блоков. Огромная территория, самая огромная территория в этом районе, у этого проекта. 3 генератора, беседки, видите, это первая беседка, вторая беседка, третья беседка, четвертая беседка. Еще вот тут есть зона барбекю, вот, дорогие, смотрите, какая красота, цветы, природа. Интернациональный проект, 3 бассейна, первый огромный бассейн. Это второй бассейн, только реставрировали его с горкой. И вот в этой стороне есть маленький бассейн. Можно и там купаться, тут купаться. Один комплекс. Рядом прямо у этого здания, у этого блока, есть сеть магазинов А101. Также покажу еще с этой стороны. Вид на горы глазами. Вот глазами все видно вот так, дорогие зрители. Территорию тоже так видно, цветы тоже так видны. Вот как вы сейчас видите, вот вся территория. И море там видно так. Балкон вы видели. И также здесь парк отдельный. Оттуда спускайтесь вниз, 100 метров, сеть магазинов «Шок».
прямую дорогу выходит к дороге D400. Если в ту сторону пройдете, там именно подземный переход района Тошмар, самый центр вот Тошмара. В той стороне речка Дим, видите, да, синее здание, это Diamond Hotel. Там тоже хороший пляж, а также 3-4 стороны, куда можете пройтись к пляжу. Здесь не сильный подъемчик, там где-то по 10 градусов угла спуск. И нормально, 920 метров максимум до воды, дорогие зрители. Идемте дальше, а вы там ставите лайк. Так, я вижу, как вы поставили лайк, палец там. Почувствовал, как нажалось на экран с правой стороны, там кликайте, там еще подписку кликайте. Спальня, большая спальня, 17, минимум 15 квадратных метров. Лазерный измеритель у меня на данный момент не при себе, но я знаю квадратуру этого проекта, квартир, комнат. Здесь минимум 15-17 квадратных метров, может быть и 18. Потому что кровать большая, платяной шкаф сбоку. Ну, я сюда еще вернусь, санузел. Этот санузел хозяин не пользуется. Как кладовка пользуется, но вы можете заново использовать его. Идемте сюда. Сразу покажу балкон. Вот балкон, тот же самый вид. Юго-западная сторона, вид на горы. Ну, такой здесь маленький. Все остается в квартире. Кондиционер фирмы Sigma. Видите, расстояние от кровати до этого где-то здесь 1,5 метра 700. Здесь. И вот здесь проход. Видите, то, что хороший проход. Где-то 90 сантиметров, 80. Теперь здесь прихожая, встроенный шкаф, можно поставить сюда бархатные тяги свои, вот сюда поставите бархатные, ну это розовые тяги, так. Второй санузел, он большой, как минимум здесь 7-8 квадратных метров, также есть встроенный вот. Место можете поставить. Проточный водонагреватель фирмы Вейта. Стиральная машинка фирмы Арчелик. Это спец. То этот горшок осмуровский. Такой четкий. Здесь у нас вторая спальня. Тут 10,5-11,5 квадратных метров. Сейчас монитор оставляют, хороший монитор для игр, можно поиграть там. Так, Sigma кондиционер тоже, и вот такая спальня. Сейчас покажу коридорчик, два лифта есть. Вниз не буду спускать, открытая парковка, открытая парковка, всего этой квартиры есть, секундочку. Вот такой проект. Там открытая парковка снаружи, также открытая парковка. Два лифта, один здесь, другой тут. Все, что надо было, я вам показал. Дорогие зрители, цена квартиры. Цена квартиры, дорогие зрители, 205 тысяч евро. Познакомлюсь с моим другом. Сами там обсудите детали. Я работаю на комиссию, все это знают. Айдат сказал 400. 300 лир, наверное, будет или стало 400 лир. Потому что квартир много, из-за этого стабильный этап. Три бассейна, все в шаговой доступности. Рынок по четвергам в Тосмуре, вот здесь прямо напротив. Сеть магазинов Мигрос есть, Каррефурс открыли. Отсюда до этого базара 500 метров расстояние по четвергам. А в понедельник рынок находится в районе Оба. Отсюда где-то 800-900 метров в ту сторону, торгового центра Аланева. Если пройдете, прибудете к этому рынку. Ставим лайк, пишем комментарий, что вам тут понравилось в этой квартире. Она вот такая
уютно глазами, все по-другому, понимаете? В ролике я стараюсь вам показать четко, что квадратный метр сколько. Нет, минимум 100. Ну, звоните. Пока-пока. С вами был Агасий, Солнечная Лань, район Тосмур. Квартира подходит под ВНЖ. 10 минут ролик. Да, долгий ролик.